Сегодня 21 апреля 2019 года. Вот после двухдневного перерыва мы с Виктором, другом, вышли на рыбалку. И с трудом, посмотрите, мы перепрыгнули через эту щель. Это становая щель. Она тянется вдоль берега. Глубина где-то здесь метра полтора, не больше. К обеду ее стянет. Два дня дул ветер, нанес снег с Байкала. Западный ветер дул. Вот смотрите, как красиво. Виктор пошел уже на лунки. Сейчас я его догоню. Вон там, в сторону Святого Носа, рыбаки уже на лунках сидят. Ну, давайте все-таки пройдем вдоль щели. Вот она какая. Разрывается. Потом ближе к маю можно сидеть незаметно в море можно незаметно уплыть. Темный лед, еще холодно, морозно. Я не помню такого апреля. В прошлом году 10-12 числа уже все таяло, а сейчас все холодно. Вон высится еще сакуи высоченные стоят. Вот так она петляет, становая щель идет вдоль берега. Вот, друзья мои, наконец-то дошли до 4 сажений. Сейчас забармашимся. Виктор достает нашу бармашилку. Да. С Виктором мы в надежде и тоске. В надежде, что сегодня хотя бы после двух дней что-то поймаем. А в тоске вдруг снова как раньше. Вот у нас бармашилочка такая. Удобная очень, с катушкой. Раньше мы дедовским способом отходили от лунки. А сейчас мы... Так. Бываем. Дармаш у нас кипит. Дармаш у нас кипит. Аж выпрыгивает. Просто что еще надо? Какое лакомство этому харису? Все к его услугам. Ох, пузыри-то какие пошли. Рыбные. Вот на дне. Может, по два сразу? Давай по два. Бармашим, да и сядем по два. Два дня не было. А там надо это, на дне-то немножко он такой дохловатый. Ну, я его это, но его все равно надо выбрасывать с края какого-нибудь. Слушай, надо камеру вообще близко ставить, тогда мы поставили, ты правильно говорил. Она вообще тоже далеко показывает. Сани у нас нормальные. Так, я куда затолкал? Удобная штука, да? Чего мы раньше не сделали такую? Друзья мои, только сели и на зелененькую, смотрите, какой красавец мне попался. Даже не ожидал.
Смотрите, какая красота. Сидит, лежит. Весь крапин, как белопузый. О, ой. Вот это красавец. Это не красавица, красавица. Ну. Виктор, так сядь. А я войду. Нет, сыночка, развернись. Как его, друзья? Это надо чуть-чуть так вот сделать. Так-то вот, друзья, сразу первый взял. По этому поводу стих вам новость расскажу. Загородка, лунки, стульчик, удочка на сторожке. Как рыбалка сладко мучит, весь в надежде и тоске. Матюгаешься беззлобно, рыбу хитрую кляня. Вот пузырь, как из утробы, всплыл и лопнул, чуть звеня. Засыпаешь от бесклёвья, вдруг отдёрнет. Наконец, сон, как языком коровьим, и на льду уж молодец. Белопузый весь сияет, словно серебра кусок, и от счастья сердце тает. Все же взял я, все же смог. Ох, красавец какой. Здорово, да? Так, сейчас я удочку поменяю тогда. Белопузая какая штучка, а? Ладно, подальше от лунки его. Ты мне коробку-то достань. Добрый день, друзья! Собратья по рыбацкой страсти. Сегодня 18 апреля. Мы сидим на наших любимых базилевских воротах. И наконец-то после семи, Виктор, бесславных, пустых, недобычливых рыбалок, я сегодня сподобился поймать двух хорезов. Бегали мы на Глинку недавно, там сидели. Два раза. Потом на Елизиху. На Елизиху бегали. Пусто, мужички ловят двух-трех. И больше нет. Но вот сегодня, слава богу, я вам прочитаю стих. Вот смотрите, какого красавца поймали. Видите, почти марсак. Так что стих. Хвала милосердному Богу, что я появился на свет, где реки, озера, их много, в них рыбы, какой только нет. Хвала милосердному Богу, что видеть могу я Байкал и хареза белого трогать, которого сам поймал. Хвала милосердному Богу, что верю, когда я уйду, рыбак будет так же по многу на спиннинг ловить и уйду. Так что сегодня нас охватила не просто надежда, твердая уверенность, что наконец-то... Никуда не надо ходить. Да, наконец-то мы поймаем. Он, Виктор, говорит, правильно, никуда ездить не надо. А то бегали по новым местам. В надежде, что новое, это всегда добычливое, удачное место. Но оказалось не так. Берет он, ребята, на светло-зеленую мормышку с красненькой кисточкой. Красненькой кисточкой, да? Так что здорово. Сегодня пока тихо. Уже лебеди прилетели. Вчера мы, когда ехали, видели такующего косача. Хвост у него белым веером. Правда, копалуху мы не видели, да? А он так и не улетел. Просто ушел в любовной страсти в чащу. Как человек просто с глаз. Такие чтоб, да. Он винтами. Винтами, короче, крутился. И как человек решил не показывать момент любовного соития. Мы даже остановились, поснимали его. Так что сегодня
надежда, думаю, нам наконец-то улыбнется. Всевышний нас сверху заметил. Сегодня он с нами, Женя, сидит. Он пока поймал широколобку. Женька, широколобку поймал ты? Может, недовольно, что-то он ворчит. Но сегодня просто удивительно. Я самый недобычливый рыбак в команде. Наконец Всевышний заметил Костю. Видимо, улыбнулся ему. И послал ему 2 хорьков. Такие вот страсти начинаются. Ой, красавец, он какой! Давайте я вам еще похвастаюсь. Прелесть. Весь он в черных крапинках. Белопузый. Ну ладно. Будем ловить. Ох, друзья мои. Добрый день. Собрали по страсти. Ну, чуть-чуть так повернуть. Так. Сегодня у нас 23 апреля 2019 года. Всевышний нам улыбнулся. Вот видите, каких мы красавцев поймали. И в мешке еще столько же. Да, еще. Так что, марсаки. Настоящие марсаки. Даже один сошел у нас еще. И ветер стих, и божественно, и хорошо. Сидим. Камчатку мы угадали наконец-то. Очень здорово. Что, 5 марсаков с тобой поймали, да? Да. 5 марсаков. И штуки 2 таких небольших. Как-то он разом подошел. Даже сегодня один сошел в лунке. Долго подмигивал нам. Стоял. Стоял, но никак бы. Витя говорит, тут надо было с собой крюк возить, да? Ну, крючком-то можно было. Ну, причем он где-то 2 минуты в лунке. В основании лунки булькался. Улыбался нам, подмигивал. И, наконец, на прощание махнул хвостом. И ушел в глубину. А ты же после этого снова поймал, да? Ну, после этого снова мы поймали. Так что сегодня хорошо. Будем сидеть. Ну, сейчас уже тепло. Надеемся, что будет ловиться. Мужички вчера тоже уже где-то штук по 6 поймали. Вот такие дела. Даже какая-то От удачи усталость у нас появилась. На этот звонит там. Два этих. Это коллеги. Алло. По рыбацкому братству у нас. Но! Но мы тоже звонили, хотели узнать у него, что он ловит, не ловит. Тоже не можем дозвониться. Телефон у него. Там или связи нет, или он выключен, или кого, я не знаю. Потому что он... Ну вот в 11 подошел, мы 4 вытащили марсака, один в один. Сейчас пока тишина опять. Хорошо. Нет, он сегодня разные уже берет. И зелененький, и красненький. Такого морковного цвета. И морковку берет, но вот сегодня 2 раза. И темненький, темно-зеленый взял, вот у меня верхний, второй, третий снизу. Но он когда подходит, то он берет как-то по это, получше. Но и с утра 3 штуки. Сначала-то маленького поймали? Нет, один крупный, 2. Один крупный, средний, поменьше, они как это, по росту там. Шли по ранжиру они. По ранжиру, но. Ну. Но ты это самое. Недоступен телефон у него, ты не дозвонишься. Я звонил несколько раз. Но мы звонили, тоже не могли попасть к нему.
Ну все, отбой. Да-да, мы уже палки задолбили сюда, брезент натянули здесь. У нас это базовая Камчатка будет. А слушай, я туда пошел на 6 сажений, там мутная вода, как в речке, как в реке. И все, мы палки оттуда выдолбили, сюда перетащили. Ну все, давай. Так, сейчас мы покажем вам красавцев марсаков. Один шевелился, надо потрогать его голову. Вот какие марсаки, ребята. Пузатые. Наелись. Объевшиеся, да, наелись они до отвала. И на десерт решили взять зелененькую мормышку. О, раскрывает он как пасть. Вот мы принесли даже загородку, сейчас мы покажем. Загородочка у нас дедовская такая. А вон и ветер подул. Виктор сидит на двух удочках. Неудачно. Все, ветер опять улетел. Все, ветер пошел. Ну, друзья мои, наступило лето. Даже не верится, что утром был холодный ветер. Минус 4. Да, минус 4, Виктор говорит. Загородку мы поставили, сходили на старую Камчатку. За палками. Главное, только поставили, и ветер стих. Надо было давно уже сходить. Ну и начался клев. Взяли мы 5 марсаков, показывали вам, и клев прекратился. Сейчас забормошим. Забормошим и будем пить чай. Пьем чай. Дальше будем рыбачить. Виктор говорит, наслаждаться природой будем. Да. Наслаждаться будем природой. Чай попьем. Вот здесь на берег не пойдем. Нет, конечно. На берег мы не пойдем. Видите, человеческая жадность непреодолима. Я нацепил 6 крючков в гирлянду. На любой вкус, как в ресторане. Что здесь только нету. И зелененькая мормышка. И морковная. И зелененькая с красным. Разное есть. Слышал, сегодня уже чай эти. Кряк, утки кричали. Ворона за нами наблюдает. Тоже, видимо, потрапезничать. Желает с нами. В прошлом году мы с Виктором оставили треть где-то. Мы мешка хариуса с тобой поймали, да? Я никогда не думал, что ворона одна может треть мешка тащить. Оттащила вот от такой Камчатки, как сейчас мы сидим, где-то метров на 20. Волоком. Причем мы бежали и кричали, но она пыталась до берега успеть дотащить наш улов. Вот что значит, что делает человек с человеком, с живым существом голод, если ворона может тащить. Есть такое дело. Так что хорошо сегодня. А сегодня что, рыбаков-то не очень много, да? Ну, сейчас замажем. А ты здесь-то не будешь забормашивать? Давай-давай, ты... Да. А, точно. Я же вытащил. Давай заделаем везде их. Что у нас такое? Сейчас, поле. Сейчас, блядь. Хорошая эта грузила.
Помнишь, мы раньше-то ставили, они легкие, не поймешь, дошла до... Ну, конечно, дошел легкие. Он до дна или нет. Легкие. А не этот... слышно их. Ух ты, елки, уронил. Стал уже подтаивать снежок. Так. Ох, пузыри-то какие идут. Живое серебро пузырей. А все равно, когда опускается, видимо, из нее бармаш летит. Но вымывается. Ну, какая-то. Так уже это идет. Поэтому, действительно, поэтому. А сейчас мы узнаем, куда понос идет. Понос, друзья мои, это течение на Байкале. Такой термин есть. Да. Так что узнаем, куда он идет. Сейчас запустим. Опа-па! Так, эту удочку сюда. Да, я сейчас тоже так насторожу. Сегодня интересно, у нас с Виктором где-то трех мы насторожок поймали, да? А, подожди. Поставим насторожок. Правильно, это здесь. Ой, хорошо. Вон Витя мотает, 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 мотает. О, Костя, как у тебя вон в лунке. В лунке, да? Нет, нет, нет. Не идет, идет, идет. Он сошел. Не, 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 сошел. Сошел? Облет столкнулся. Елки, у нас второй сегодня. Он вверх идет, Витя. Пусть, пусть, пусть идет. Пусть, пусть, пусть идет. Яра. Пусть, 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 пусть. Опа. Ох ты, вот Витя, молодец. Смотреть на него. Видишь, как мы ловим. Ну, руками уже, товарищ. Это называется профессионал. Так. Виктор, ты профессионал. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, тоже чуть клювал. Как красавец-то. Как красавец-то, а. Какой красавец. Сияет. Как слиток серебра. Слушай, а у меня сегодня так вот нормально у тебя пошел он, да? Он, если вверх головой, он может пойти вверх. Ну, вверх головой у нас пошел, а тот у нас пошел вниз. Ну, здорово, значит, это никакая не широколобка, ты говорил. Это, ну, так же. Это и клевал этот. Ну, друзья мои, добрый день. Поймали мы с Виктором двух уже. Не отпустить было. Красавца вам покажу. Только что поймал. Вон, видите, какой красавец, марсак. Называется марсак. Харюс белопузый. Вот мы двух уже сегодня взяли. Покажем сейчас вам. Двух взяли. Берет на нижнюю насторожок. И срываются в лунки, и мы его потом. Да. Сегодня мы снова Виктор, как вчера. Если вы смотрели ролик наш. Виктор сегодня снова вытащил из лунки. Предыдущий ролик наш посмотрите, как Виктор. А сегодня он. С первого раза, правда, Виктор его не зацепил. Я ногтями по нему. Он на наше счастье он пошел вверх. И мы его вытащили. Но сегодня, друзья мои, божественный день. Виктор говорит вчера, давай наслаждаться природой. Я сегодня говорю, старику главное, чтобы тепло, солнышко. И нормально сидеть. Печка рядом. Да, он. Загородка у нас. Сегодня будем стараться снимать, как мы вытаскиваем. Так что очень здорово. Вот это жалко, да? Да, сегодня сошел. Жалко, что это.
не включено было. Ну, мотал, он здесь сошел. Не, если бы ты вытаскивал, то я бы включил камеру. А я даже внимания не обращаю, она дергает. Ту-ту-ту-ту-ту. Нормально. Значит, входит он. Ну, так что здорово. Пускай. Здорово так. Вчера мы поймали 10 штук марсаков. Я, слушай, камера сдернулась. И мне сразу ощущение, что она клюнула. Что она что? Клюнула, нафиг уже все зациклено. Если дергается, то клюет, значит, нафиг. Независимо от того, удочка это или еще что-то. Надо же, как психология работает человеческая. Слушай, а на охоту, сейчас весенняя охота у нас 3 числа в Аргузинском районе начнется. Я потом, после охоты, идешь по улице, голуби взлетают, невольно дергаешься, как будто с ружьем первые дни. Надо же такая. Ну ладно. Так. Витя вытаскивает очередного марсака. Очередного марсака вытаскивает. Бля, нижнего. На нижнюю морковного цвета он взял. Слушай, на этот как его? На сторожку не было, я только в руки взял, слушай, сразу. Смотрите, как он сияет. Удивленно смотрит на мир, думает. Плавал, кушал бармаш. Тут увидел такую вкусненькую маму морковочку. Решил им еще ей еще закусить, но, к сожалению, попался. Ну, Витя, давай. Что-то ведь урок подул, да? Интересно, сидишь, нету, да? Раз и... Я только в руки взял, махнул оно. Не поставил. Треножник. Так. Вот Виктор. На две удочки. Как стахановец 30-х годов, как мой дед, которого 2 раза возили в Москву на сельскохозяйственную выставку. По-стахановски. Ты, Виктор, рыбак-стахановец, а? В качестве кого возили? Рыбака? А он бригадир же фартовый был. Там что-то вообще конкретно он поймал. Первый раз он, говорю, привез патефон этот с трубой. Он еще играл в детстве моем. Запас иголок, а второй с велосипед. Ну, возили их. Классно, хорошо. Мне намного стало веселее. Отчаялись, ё-моё. Ну да. Рыбалка неожиданность. Девиз рыбалки неожиданность. Ладно. Ох, как он. Красавец. Нет ничего для рыбака приятнее этого звука. Шлепка хариза. Облепленного льдом. О, простор. Посмотрите. Простор белый Байкала. Слепой нос. Рыбаки вон сидят. Соседи наши. На реке в Камчатке. Гольцы баргузинские вдали белеют.